Губернатор Приморья проверил ход работ по благоустройству в Уссурийске. Так, во дворе на улице Штабского, 16А, по решению жителей установят детскую площадку и заасфальтируют прилегающую территорию. Уже сделана отсыпка и бетонирование основания под архитектурные формы. Но, общаясь с губернатором, жители пожаловались, что на сделанной площадке нет ограждения от проезжей части. Вот тут площадочка-то хорошо делается. Нам бы еще сделать вот ограничители, чтобы машины не могли, ну, деток оградить. Понятно. От машин. Олег Кожемяка подчеркнул, что такие проекты обязательно должны согласовываться с людьми, чтобы было сделано то, что нужно жителям. Он дал поручение администрации Уссурийска и МинЖКХ края найти решение этого вопроса. Этот вопрос и вам, значит, с кем вот согласовывали эти проекты? Значит, ну, в принципе, тут город работает, так понимаю. Да. Также глава региона проверил ход строительства долгостроя по адресу Крестьянская, 94. В настоящее время строители занимаются отделкой квартир, облицовкой фасада, монтажом систем вентиляции, готовятся к установке лифтов. Ввести в эксплуатацию дом планируется к июлю этого года, но глава региона пообщался со строителями, указав им на то, что оставшийся объем работ может быть не выполнен к указанному сроку. Нужно увеличить число работающих на объекте. Также во время рабочей поездки в муниципалитет губернатор проинспектировал строительство газовой водогрейной котельной. Она обеспечит горячей водой и отоплением потребителей в районе улиц Московской, Попова, Полушкина, проспекта Блюхера. На сегодня готовность объекта составляет 90%. Да, здесь уже с вводом этой котельной более 90% Уссурийска перейдет непосредственно на газ. Вот, то есть это позволит закрыть угольные котельные. И по РЖД, и здесь порядка 7 таких котельных. Вот. Ну, конечно, это экология, это удобство в работе. Вот. Безусловно, значит, это все те технологические решения, которые связаны с наиболее экономным использованием этого топлива. Ну и радует то, что оборудование уже в котельных и котлы, и подача газа, это уже выполнено все на российском оборудовании. Это уже 9-я газовая котельная в Уссурийске. Олег Кожемяка назвал этот муниципалитет лидером по газификации. Анна Дьякова, новости на 8.